тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Владельцы этого имени очень часто полны противоречий. Добро и зло ведут в их внутреннем мире постоянную борьбу за власть. Кроме того, звук «е» придает обаяние и простоту. Буква «а» в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква «е» считается символом естественности и гибкости. Иногда эти люди чувствуют двойственность своего мира – материального и духовного. Это имя привязано к земле. Отсюда трудолюбие и любовь к работе, требующие ручного труда. Звук «л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требует повышенного внимания к своей персоне. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Владельцам этого имени свойственен потенциал в различных областях, что помогает и направляет на достижение результата. Даже несмотря на внешние неприятности, этим людям помогает Вселенная, заставляя их выстоять и привести свою жизнь к определенной гармонии, а также отстоять свои ценности и идеи. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.